Приветствую вас на своем канале Love Parfum, с вами, как всегда, Алексей. И сегодня мы поговорим о замечательном аромате, и снова от марки Serge Lutens. Аромат называется «Черный дурман». Почему же он так называется? Да потому что Serge Lutens заинтересовала легенда. Легенда об этом аромате, легенда о цветке дурман. Когда-то давно сжигали ведьм, и на пепле вырастали цветы, и цветы эти назывались дурман. И именно Serge Lutens осмелился внести в этот флакон этот аромат, этот дурман. Ну что ж, давайте нанесем аромат и послушаем его. Аромат очень восхитительный. Это один из моих любимых ароматов, я всем советую. Аромат у нас является, данный аромат у нас является унисекс, а это значит, что как мужчины, так и женщины могут его наносить. Эти ароматы Serge Lutens, они все откручиваются, и вы можете брать с собой маленькие объемы, и аромат всегда будет с вами. Что касается по стойкости, то данный аромат будет с вами около 8 часов, довольно-таки это неплохо. Что касается нот, то ноты здесь, конечно же, этот самый цветок дурмана, он здесь в верхних нотах. Что касается средних нот, то это кокос и кокосовое молоко. Поэтому советую всем послушать данный аромат. Он один из моих любимых, напомню. Стоит данный аромат на данный момент в долларах примерно около 150 долларов. Парфюмер данного аромата является Christophe Sheldrake. Это достаточно популярный уже парфюмер. Serge Lutens всегда с ним работает, и они вместе создают такие чудо-ароматы. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, добавляйте ролики себе. Всем пока!